Добрый вечер, дорогие друзья! На матч «Футбол 2» итальянская серия А. Она возвращается. Чемпионат Италии стартует. Он уже стартовал матчем Рома-Удинезе, где Рома разгромила своего соперника со счетом 4-0. Ну а прямо сейчас чемпион Италии, действующая команда, которая действительно фурор произвела нынешним летом на трансферном окне. Да, были и потери, в частности, Поль Погба и Альваро Моратто больше не футболисты Ювентуса, но Юве укрепился. Массимилиано Аллегри доволен тем, как команда, как клуб работал на трансферном рынке. Ювентус Стадиум, как всегда, заполнен до отказа. Ну и соперник сегодня для Юве то, что надо. Сегодня в гости к Юве приехала сама Фиорентина. На одной из самых страстных противостояний серии А уже в первом туре. Друзья, естественно, большой выезд поклонников из Флоренции. Я уже говорил о том, насколько это принципиальное противостояние. Но всем это известно, любителям итальянского футбола, что для Фиорентины нет более серьезного соперника, нежели Ювентус. Да, у Юве есть другие клубы, которые вызывают неприятные эмоции. Они имеют, прежде всего, болельщиков. Ну, и Интер, конечно же, Торино. Но, тем не менее, Фиорентина в этом списке также присутствует. Ну что ж, друзья, много есть что вам рассказать о Ювентусе, о Фиорентине. Видим, что Пауло Соуза по-прежнему во Флоренции. Это приятная новость для болельщиков фиалок. Все же ходили разговоры о том, что может команду покинуть. Нет, он здесь, он на месте, он хочет, чтобы Фиорентина провела успешный сезон. Ну что ж, составы команд. Гонсало Игуаин, самый дорогой трансфер в истории итальянской серии А. И четвертый трансфер в истории мирового футбола по стоимости 90 миллионов евро. 90 миллионов евро Ювентус заплатил за Пепиту Игуаина сегодня на скамейке запасных. Ну, есть этому объяснение, я об этом тоже, естественно, поговорю. Пока же стартовые составы команд. Начнем мы с хозяев, с Ювентуса. В воротах номер первый Джинлуиджи Буффон, капитан старой сеньоры. Далее три защитника, здесь все без изменений. Номер третий Киллини, номер 15 Бардзали, номер 19 Банучи. Вот такая тройка в обороне. Фланги бразильские сегодня у Ювентуса. 12 Александр, он играет слева. Внимание, справа играет номер 23 Дани Алвиш. Футболист, который перебрался в Юве еще в июне по бесплатному трансферу. И, конечно, тоже событие для всей серии А. Такой звездный игрок приезжает играть на Апеннины. Три футболиста в центре поля. 18-й Марио Лимина, 22-й Куадо Асамоа и 6-й Сами Хедира. Здесь как раз-таки самая проблемная линия Юве. Еще недавно была тройка Пирло, Погба, Видаль плюс Маркизио. А сейчас ни одного из них нет. Трое уже вне клуба. Один Маркизио, и то он травмирован. Атака. У Ювентуса сегодня номер 21-й Пауло Дибала и номер 17-й Марио Маджукич. Гонсало Игуаин на скамейке запасных. Массимилиано Аллегри, тренер Ювентуса. И Фиорентина здесь номер 12. Чиприан Тетерушану, румынский голкипер, он на месте. Четыре защитника. 40-й Томович, он играет справа. Слева играет 28-й Алонсо. Два центральных защитника. Второй Гонсало Родригес, капитан команды. 13-й Давиде Астори, но он играет в связке с Гонсало Родригесом. Три футболиста в центре поля. 8-й Весино, 5-й Бадель, 72-й Иличич. Это, соответственно, хавбеки и группа атаки. 10-й Бернардески, 9-й Калинич. И, внимание, номер 25-й. Сенсация сегодняшнего дня. Все были удивлены итальянские СМИ этому событию. Сегодня в основе фиалок вышел 18-летний футболист по фамилии Кьеза. Тем временем Асамоа рвется
чужим воротам, зарабатывает штрафной удар. Это сын Энрико Кьезе, знаменитого, легендарного нападающего сборной Италии, который выступал за разные команды серии А. За Парму, многие помнят именно по Парме Энрико Кьезе. Это его сын Федерико Кьезе, номер 25. Он сегодня в стартовом составе, ему всего 18 лет, дорогие друзья. О нем тоже подробно поговорим. Пока штрафной удар фиксирует арбитр. Арбитр сегодняшнего матча Давиде Масса из итальянского городка Империя. Помогают ему Джанлука Карлотто и Андреа Криспо. Резервный арбитр Маура Тонолини. Ну и для вас игру на Матч ТВ комментирует Нобиль Арустамян. Штрафной удар. Сразу возможность для Ювентуса забить, если бы на поле был Миралем Пьянич, а он на скамейке запасных, боснийский полузащитник, конечно, бы вариантов было бы немного. Сейчас Пауло Дибало и Дани Алвиш. Кто пробьет? Бразилец или аргентинец? Смотрим внимательно, что-то вымеряет Дани Алвиш. Неужели он будет бить? Нет, Пауло Дибало, и попадает в стенку. Дани Алвиш хитро пытался забросить мяч в сторону Дибало. И теперь уже Фиорентина в попытке убежать в контратаку. Алвеш. Александро играет на своего соотечественника. Дани Алвеш. Понятно, что внимание к нему особенное. По сути, он вот такой традиционной схеме Ювентуса из основы вытеснил Ликштайнера. Футболиста, который был мотором и остается мотором Юве. Но при этом Дани Алвеш сегодня играет с первых минут. Ошибается Хидира. Бадель. Красиво пяткой на Кьезу. Вот он, Федерико Кьезу, по штрафную площадь. Бануччи на месте. Безусловно, трансферное окно еще не закрыто. И мы ждем приобретений и в Ювентус, и в Фиорентину. Хотя, наверное, в Ювентус в большей степени. Потому что команда имеет деньги после продажи Поля Погба. Но фиалки также могут удивить. Причем и с неприятной стороны. Борко Валеро, который сегодня не в стартовом составе, он команду может покинуть. Как вы понимаете, ходят упорные разговоры о том, что Борко Валеро может перебраться в Рому. В случае, если Рома пробьется в группу Лиги Чемпионов, получит деньги, тогда у Вальтера Сабатини будут развязаны руки на еще один трансфер. Ну, посмотрим, об этом мы позже поговорим. Пока давайте последим за матчем. Киллини, Бануччи. Пас вперед на Дибало. Пытается Пауло пропустить мяч, но там нет Маджукича. Марио Маджукич, не зря она показывает скамейку запасных. Она звездная у Ювентуса. Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Патрис Эвра, Мехди Бенатья. Там еще есть Марко Пьяцца, о котором пока мало. Ошибается, ошибается в этом моменте Тетерушану. И сами Хидира обязан был забивать. В этом эпизоде прессинг применил Ювентус. Сразу два футболиста бросились на Тетерушану. Это Маджукич и Дибало. В итоге такая ошибка Тетерушану. И сами Хидира должен был забивать, но пробил выше ворот. Вот так два момента у Юве в начале встречи. Но пока ничья 0-0. Алвеш. Прервали его проход. Киллини. Маджукич в одно касание. Александро. Подача. Дибало оставляет мяч Дани Алвешу. А тут совершает неточный пас. Прошло почти 5 минут. То преимущество у Юве очевидное. Мы это, естественно, констатируем. Но мы знаем, что Фиорентина умеет довольно грамотно перестраиваться по ходу матча. Хотя вот Фиорентина прошлого года, Фиорентина Пауло Соузы, это, безусловно, команда, умеющая мяч держать и контролировать. С этим пока проблемы. Александро снова с мячом. Киллини. Подача в штрафную площадь. Маджукич. Попытка вот таким ударом через себя вернуть его во вратарскую. Дани Алвеш. Ну, повторюсь, пока преимущество тотального Ювентуса. Очень сложно без мяча действовать в Фиорентине.
Кстати говоря, о Фиорентине я обозначил схему 4-3-3, хотя на самом деле она немножко по-другому выглядит. Мы с этим разберемся тоже по ходу нашего репортажа. Как же играет Фиорентина? Такое ощущение, что все же по схеме 3-4-3. Потому что Федерико Бернардески, он по-прежнему играет по всей бровке. По всей правой бровке. Дани Алвеш перехватывает мяч Астори. Асамоа, Лемина. Маджукич. Маджукич решил исполнить кросс. Но это не самая сильная его черта. Да, судя по всему, Фиорентина играет по схеме 3-4-3. Андреа Аньели и Джон Элкан, между прочим. Человек, который на один ряд ниже, чем Андреа Аньели. Сидит в секторе Ювентус Стадиум. Это и есть, скажем так, основной владелец Ювентуса. Ну, команда, понятно, что... торгуются на бирже. В этом плане Ювентуса есть разные акционеры, но блокирующий пакет у компании Exor. Ну и Джон Элтон — это наследник Джани Аньели, собственно, главный человек в империи, которую имеет вся семья Аньели. Конечно, есть там как владелец и Андреа Аньели, но вот именно Джон Элтон все же ключевая фигура. На матч сегодня он пришел, хотя обычно регулярно матч Юве он не посещает. Все же статус сегодняшнего матча есть. Первая игра, стартовая игра нового сезона, которая обещает быть очень интересным для Юве. И самое главное, очень амбициозен со стороны руководства клуба с точки зрения летних инвестиций. Дани Алвеш. Мячом бразилец. Бардзали. Келлини. Лемина ставит корпус и сохраняет мяч. Дибала. Прекрасно освободился Пауло Дибала. Есть партнер слева. Замечательный пас в разрез. Александро. Мяч выцарапал у Бернардески. Дибала в штрафную площадь. Игра рукой, по-моему, была. Однако Давиде Массе показывает, что можно играть. Будем смотреть повтор и будем разбираться, пенальти ли это. Пока же очередная атака Ювентуса. Штурм ворот Петерушану. Фиорентина отбивается. Отбивается неплохо. Но, правда, в атаку выйти не получается у фиалок. И Алонсо мяч потерял. Бардзали. Бануччи. Алвеш. Обокрали Дибалу. И вот, пожалуй, впервые Фиорентина с мячом. Энрико Кьезо. Ну, конечно, не Энрико, а Федерико, сын того легендарного Кьезы, только что был с мячом. Номер 25. Ему всего лишь 18 лет, дорогие друзья. И это сенсация, что он в стартовом составе. Этого никто абсолютно не ждал. Буффон впервые вступает в игру. А это момент с рукой Астори. Ну, на этом повторе нам не разобраться. Томович на Бернардески. И пауза в игре. Так как на газоне, по-моему, Марио Маджукич. Да, хорватский нападающий. Тут все дело в том, как он приземлился. Еще раз смотрим. Ну, на самом деле, понятно, что... так, мяч неудачно отскочил для Астори. Но при этом все же к мячу же направлялся сам Хедира, который мог им овладеть и забивать. Ну и реакция скамейки. Мир Олимпьянич, по-моему...
больше остальных переживает этот момент. Пьянич, конечно же, игрок стартового состава. И сейчас, когда Ювентус лишился поля Погба, безусловно, Пьянич, наверное, будет главный конструктор атак Ювентуса в центре поля. Ну, в среду у Юве был семейный матч. Буффон играет с огнем, но в итоге все же отбиваются. И Вентини нам только что показали Яниса Хаджи. Это сын великого Георги Хаджи. Его купила Фиорентина нынешним летом за 1 миллион евро у румынского клуба Витару. Такое название. Так вот, почему не играет Пьянич? Он получил небольшое повреждение в среду во время семейного матча Ювентуса Виллар-Пироус. Поместье, по сути, семья Аньелли. Против Примавера, против второй команды Ювентуса. Такой традиционный матч, который всегда открывает для Юве сезон. Хедира. Нарушение правил. Но фалил не игрок сборной Германии, а фалил Дани Алвеш, если не ошибаюсь. Даже не штрафной, а из боковой. А вот в пользу Фиорентина Маркос Алонсо. Александро. Барзали. Сохраняет мяч Ювентус. Асамоа. Как сыграл Кваду Асамоа. Будто бы глаза на затылке. И снова Асамоа. Нет, здесь уже мяч Асамоа получить не сумел. Мы видим, что вот в нынешнем составе Ювентус очень большой крен на фланге. Потому что Асамоа смещается к левой бровке, где Александро, где появляется и Пауло Дибало моментами. Ну и то же самое, по сути, происходит и справа, где Дани Алвеш, Сами Хедира. И опять-таки все тот же Дибало, который действительно играет по всему фронту атаки. Келлини. Банучи. Передача на Барзали. Опять через фланг играет Ювентус. Александро. И, по-моему, первый угловой удар в нашей встрече. Борхо Валеро на трибунах. Видимо, он получил какое-то повреждение, потому что его в списках травмированных до матча не было. Действительно. Видимо, небольшие проблемы со здоровьем у Борхо Валеро. Конструктор атак Фиорентины. Угловой. Пауло Дибало будет подавать. Нет, мяч разыгрывает Дибало на Дани Алвеша. Алвеш бьет по воротам. Попадает, по-моему, своего партнера. Есть шанс для Фиорентины. Но как же Калинич неразумно сыграл. Алвеш сохраняет мяч бразилец. Ну, переборщил Дани Алвеш. Такое ощущение, что немножко волнуется. Первый матч официально за Юве для него. Ну, с другой стороны, такой опытный футболист, игравший в Барселоне, выигравший несколько раз Лигу чемпионов. Собственно, поэтому его и подписали в Юве, потому что, как считают руководители Ювентуса, Алвеш готов дать опыт, который поможет Ювентусу выиграть Лигу чемпионов. И, собственно, Джанлуиджи Буффон, капитан Юве, пошутил. Ну, возможно, не шутил. Будто бы он подошел к Алвешу и попросил его помочь выиграть Лигу чемпионов. Мол, Алвеш знает, что это такое, и он может помочь мечте туринской реализоваться. Вот сейчас моментами Алвеш играет немножко сумбурно, как мне кажется. Бадель. Астори. Иличич.
хорошо укрывает мяч Иличич. Маркос Алонсо. Астори. Вот, пожалуй, впервые в этом матче по прошествии 15 минут Фиорентина пошла вперед. Буффон! Нет, со второй попытки Буффон мяч забирает. Хотя мог и ошибиться Джинлуиджи в этой ситуации. Киллини. Мяч возвращается к нему. Попытка номер два. Ну, на этот раз рисковать Киллини не стал. Решил сыграть поперек на Бонуччи. Бардзалии. Бонуччи. Знаменитая BBC. Бардзали, Бонуччи, Киллини. Ну, никто не сомневался, что именно эта тройка и останется у Ювентуса. Хотя мы знаем, что появился Бенатья. Это, конечно, большое преимущество для Юве с точки зрения ротации состава. Бардзали. Бонуччи. Пас вперед. Оригинально играл Бонуччи. Иличич. Старается Фиорентину успокоить эту встречу. И правильно делает, потому что важно, конечно, не пропустить здесь на первых минутах, потому что дальше, конечно, Ювентус остывает. Бадель. Неплохо. Кьеза. И передача неплохая со стороны Федерико Кьезы была только что. За ним будем следить. За молодым футболистом Фиорентины, сыном великого Энрике Кьезы. Киллини. Дибала, видим, как отходит далеко Дибала. Но были матчи в межсезонье, когда Дибала играл даже треквартисту под нападающими. То есть в схеме 3-5-2 играл под двумя форвардами Маджукич и Игуаин. Игуаин на скамейке запасных, поэтому, я думаю, он сегодня на поле вполне возможно появится. Асамоа. Александро. Мячом бразилец. Снова Асамоа. Перевод на правый фланг. Алонсо успел к этому мячу, хотя Данилович уже готов был его обработать. Бардзали. Дибала. Киллини. Пошел вперед Джорджо Киллини. Асамоа. Удар по воротам. Очередной в матче, но снова выше. Ганский полузащитник Кваду Асамоа, который окончательно поправился. Он два года, по сути, не играл. Лечился от своих многочисленных травм. Детарушану. Удар вперед. В вчерашней пресс-конференции перед этой встречей Массимилиано Аллегри говорил о том, что очень важно начать с победы. И то, что выиграть Серию А будет нелегко. Ну, собственно, это, наверное, лейтмотив всех рассуждений о чемпионате Италии нынешнего сезона. Потому что многие считают, что чемпион уже давно известен. Ну, как давно? Примерно в июле стало понятно, что Ювентус сильнее остальных. Но вот Массимилиано Аллегри старается все же предостеречь своих игроков от состояния уже чемпионского. Это правильно, потому что Аллегри напоминал о прошлом сезоне, когда Ювентус ужасно стартовал. И в первом туре тогда Ювентус проиграл Удинезе дома 0-1. Потом было поражение в Риме. Вот Джалароси от Ромы. И, в общем, Ювентус в октябре был на 12-м месте. Поэтому, конечно, Аллегри старается ситуацию успокоить. Состав у Ювентуса, безусловно, звездный, суперзвездный по итальянским меркам уж точно. По меркам Серия последних времен. Но, конечно, очень важно Ювентусу понимать, что Серия очень сложный чемпионат. Но я думаю, что игроки понимают это, и важно, чтобы психология их не подвела, чтобы не было ощущения того, что они чемпионы.
Я об этом говорил Массимилиано Аллегри. Бонуччи. Бардзали. Хидира. Нанялвиш. Снова Хидира. Еще одна передача назад. Марио Лимина. Джорджо Киеллини. Алекс Сандро. Дибала готовит удар. Бьет поворотом Пауло Дибала, но не точно. Титарушану. Видим даже по этому розыгрышу мяча, что Фиорентино, конечно, больше нацеливается на короткий пас. Пытается Титарушану. Пытался вести мяч в игру передачи низом. Каков Кьезу, а? Каков Кьезу, Данилович. В последнюю секунду мяч выбивает из-под ног Кьезы. Очень приятно пока что оставляет впечатление Кьеза, Федерико Кьеза. Причем ему 18 лет, а парень-то уже такой созревший. Хорошие такие габариты у него. Проблем с массой нет. Он стоит крепко на ногах, поэтому тоже такой момент немаловажный для футболиста группы атаки. Дибала. Александро на Маджукича. В итоге мяч прилетает к Даниалвишу. Причем бразилец. Дибала. Слишком хитро хотел сыграть Дибала. В итоге Киеллини приходится бить по ногам Калинича. И это желтая карточка, на мой взгляд. Однако Давиде Масса ее не показывает. Хотя стоило. Вырвался сзади по ногам Киеллини. Это, конечно, очень неприятный фол. И эмоции Пауло Соузы понятны. Он прав в своем гневе. Десино. Томович. Астори. Прилетает мяч Киеллини. Сандро. Бардзали. Дибала. Хидира. Снова Вентус атакует через правый фланг. И вот здесь уже фол на сами Хидиры. Да. Федерико Кьеза снова в центре событий. Именно он ударил по ноге игрока сборной Германии. Штрафной удар. метров 36 до ворот. То Данилович, судя по всему, будет подавать. Хотя рядом с мячом и Дибала. Так, кросс от Данилвиша. До адресата мяч не дошел. Александро. Подача. Томович. Кьеза выиграл борьбу у Бонуччи. Лимина. Это не удар, это попытка удара. Мяч ноги сорвался. Хидира. Сандро. 25 минут позади у нас на Ювентус Стадиум. Почти 25 минут. 0-0. Первый тур итальянской серии, дорогие друзья. Кальчо возвращается, чему, я думаю, все поклонники серии безумно рады. Сандро. Алвеш. Дибала. Такое тоже с ним случается. Видите, как
техника подвела Пауло Дибало, хотя это самая сильная его черта. В этой ситуации просто не смог мяч обработать. Аргентинец. Хвалил Аллегри летом Дибало, говорил о том, что он прибавляет, стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном. И его прогноз Аллегри, что Дибало войдет в тройку лучших футболистов мира в ближайшие пару лет. Ну, если мы знаем о том, что два лучших футболиста мира последних лет 10 это Месси и Роналду, ну, 8-10 лет, то, судя по всему, третьим должен стать Дибало. Хотя, думаю, что другие также претенденты есть. Тот же Поль Погба, который за рекордную сумму перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед этим летом. Бадель. Кьеза. Иличич. Кьеза. Хорошая стенка с Бернардески. Кьеза. Знаете, Кьеза очень оставляет приятное впечатление. Будто бы это его не первая игра в итальянской серии, а какая-то уже просто традиция приезжать на Ювентус Стадиум и мучить защитников сборной Италии для Федерико Кьезы. Массимилиано Аллегри. Бардзали. Снова Киллини. Пас на Бардзали. Дани Алвеш. Хороший пас. Конечно, преимущество Ювентуса остается по контролю мяча уж точно, но, вы знаете, не сравнится с тем, что было в первые 7-8 минут, когда Ювентус мог дважды забить. Сейчас, конечно, намного стало спокойнее ворота Терушану. Хедира на правый фланг. Неточная передача вперед от Леонардо Бонуччи. Бардзали. С мячом игрок сборной Италии. Лемина. Да, я говорил о полузащите Ювентуса. Все мы это продолжим после этой атаки. Пока же Сандро. Подача. Там не было Марио Маджукича. Он кто-то спрятался за спинами защитников. Алвеш. Дибала. Дибала, удар по воротам. Пытался закрутить мяч Пауло Дибала, но не получилось. Еще раз смотрим удар аргентинца. Ну, такие мячи он забивал в прошлом сезоне за Ювентус. Пока же в этом сезоне полчаса первого матча позади. И пока 0-0. Ювентус Фиорентина. Тетарушану снова приходится бить вперед. И здесь Пауло Соуза чуть было не принял эту передачу. Пауло Соуза. Важное событие в его тренерской карьере. Впервые он остался в своей команде. То есть, вот, если брать всю карьеру Пауло Соуза, то он регулярно менял
клубы после первого же сезона. Так, например, было в Базеле. Он год поработал в Базеле, потом, соответственно, перебрался в Фиорентину. До этого был Макаби. Тель-Авивский. Сейчас он действительно работает уже второй полноценный сезон. Хотя он тоже несколько был недоволен трансферной работой клуба. Говорю, тоже потому, что болельщики Фиорентины этим возмущались. По сути, Фиорентина никого не приобрела. Никого она особо не потеряла пока что. Потому что Борха Валера может команду покинуть. Но в целом, безусловно, болельщики Фиорентины, я думаю, что Пауло Соуза от Делла Валле, владельцы клуба, ждут более серьезных инвестиций в клуб. Пока их нет. И поэтому большой вопрос, какие амбиции у Фиорентины в этом сезоне. Понятно, что такая мечта фиалок — попасть в зону Лиги Чемпионов, бороться за третье место, но это будет сделать, ох, как непросто. Хотя есть другой турнир у Фиорентины, Лига Европы. Возможно, там фиалки смогут добиться успеха. Посмотрим. Пока в первом матче против Ювентуса ничья 0-0. Моментами неплохо смотрится команда Пауло Соуза, но в остальном, конечно, преимущество Ювентуса. Бернардески. Вот сохранили Бернардески, что, конечно, неплохо. Потому что желающих приобрести итальянскую звездочку довольно много по всей Европе. Ну и в Италии тоже, естественно, есть претенденты. Снова Кьеза. Как же он ушел от Бардзали. Мяч сохранил в поле Алонсо. Снова Кьеза с мячом. Иличич. Но здесь уже Леонардо Бонуччи, который надежно играет. Лемина. Он пока не слишком заметен. Он играет центрального полузащитника. Такая нижняя точка в этом треугольнике. Чуть левее Асамо, чуть правее Хедира. Я уже говорил о том, что это, конечно, любопытная тема. Ювентус, который играл в финале Лиги Чемпионов 2 года назад, имел линию хавбеков Пирло, Маркизио, Погба плюс Видаль, который играл. Дани Алвеш подает. Играл нападающего. Видаль, Александро. Дибала сходу бить не стал. Пауло Дибала, Александро. Еще одна подача. Удар Алвеша не случился. Он ударил по сопернику, по-моему. Хотя бразилец возмущается. Считает, что симулирует. Между прочим, снова Федерико Кьеза. Вот так вот, прошло 2 года с того финала, а из этой четверки хавбеков остался лишь один — Маркизио, который еще и травмирован. Он травму получил, напомню, что в апреле, травму крестообразных связок, поэтому он вернется не раньше ноября, если быть реалистом. И вся новая линия полузащиты. Да, есть Пьянич. Это приятное событие для Юве. То, что Ювентус его смог выкупить у Ромы. Но, с другой стороны, в остальном молодой Лемина. Безусловно, квалифицирована Асамоа. Ну и плюс сами Хедира, чье место просто не оспаривается. Поэтому, наверное, главная тема последних дней трансферного окна. Напомню, что до 31 августа переходы в европейском футболе возможны. До 31 августа главный вопрос Беппе Марота, директору Ювентуса, кого купит он в полузащиту. Говорят о Матьюди, говорят о Бакселе Вицеле. Ну вот, кого-то из них должен Ювентус приобрести. Если другие фамилии есть, например, Иско. Но, безусловно, Ювентусу нужно усиление в среднюю линию после продажи Поля Погба. Это очевидно всем, если Юви хочет претендовать на победу
в Лиге чемпионов и в чемпионате Италии. Марио Лемина. А это защитник и капитан Фиорентины Гонсало Родригес. Алонсо. Мяч покинул пределы поля. Бардзали. Сам пошел вперед Бардзали. А Самоа. Дальше на Алекса Сандро. Хеллини. Подача. Удар Хедиры. 1-0. Сами Хедира открывает счет в матче Ювентус Фиорентина. Ударом головой игрок сборной Германии забивает первый мяч Ювентуса в новом сезоне. Вот такой старт для старой сеньоры. Старт голов. В середине первого тайма Юве открывает счет в матче. Причем любопытно, что ассист на свой счет записал Киелини. Не самый техничный футболист, но вот так он нашел штрафную Хедиру. Но и сами Хедира, как сам считает Массимилиано Аллегри, футболист, полузащитник без слабых мест. Но удар головы тоже одна из сильных сторон Хедиры. Он пробил качественно, правильно, сильно в угол ворот. И Тетерушану ничего не смог сделать. 1-0, Ювентус впереди. Фиорентина, которая отбилась от первого натиска Юве, даже игру успокоила, как мне показалось, пропускает. Причем, конечно, не дотерпели игроки Фиорентины. До конца первого тайма меньше 10 минут. Если бы Фиорентина ушла на перерыв со счетом 0-0, возможно, второй тайм по-другому бы сложился с точки зрения атак уже. Фиалок, Лемина, передача в штрафную. Неточная. Довольны болельщики Юве на трибунах. Ювентус побил рекорд по продажам абонементов перед стартом чемпионата. Больше 30 тысяч продали в Турине. Стадион всего вмещает 42 тысячи зрителей. Поэтому, конечно, результат феноменальный. Первая желтая карточка в нашем матче. Калинич получает ее. Видимо, из-за того, что локтем сыграл против Бонуччи, нападающий Фиорентины. Кстати, Калинич тоже мог команду покинуть. Говорят, что он был в списке Аурелио де Лаурентиса, президента Наполи, после продажи Гонсало Игуаина. Но, судя по всему, Наполи все же выбрал других форвардов. Аркадио Швилик уже перебрался в Неаполь. Сейчас поиски другого нападающего продолжаются. И, кстати говоря, будто бы следующий в списке Симоне Дзадза, нападающий Юве. Но это не совсем похоже на правду, как мне кажется. Хедира. Бардзали. Хеллини. Перевод на левый фланг. Дибала. Дибала снова с мячом. Получил пас от Алвиша. Удар Дибалы. Пытался снова красиво сыграть аргентинец. Обыграть двух соперников и пробить. Но немножко, мне кажется, замедлил с ударом. Александро. Подача. Здесь уже Родригес первый на мяче. А это выстрел, как из пушки. Дибала пробил первым касанием. Смотрим повтор. Мяч отскочил к Дибала. Слушайте, ну это мог быть просто
чудо-гол. Не хватило до взятия ворот буквально метра. Даже Буффон несколько шокирован этим эпизодом. Татарушано. У Татарушано был чемпионат Европы в составе сборной Румынии. Не самый удачный, хотя сам Татарушано, в принципе, сыграл неплохо. На Евро, по крайней мере, многие помнят его сейвы в матче против Франции. В первой игре турнира. Разминается Кристиан Тельо. Его Фиорентина выкупила. Он в аренде был, напомню, что прошлые полгода. Но Фиорентина выкупила его за 7 миллионов евро. Вообще в запасе у Фиорентины есть интересные игроки. Тот же Сарате, Джузеппе Росси, конечно же, Бабакар, Матиас Фернандес. Вообще, конечно, скажем так, игроков группы атаки много у Фиорентины. Бернардески. Калинич. Это скорее не удар, а попытка просто оставить мяч в игре. Но Калинич его оставил для Джанлуиджи Буффона. Что делает Буффон? Играет на Лемина. Хидира. Весино. Бернардески. Алонсо. На самом деле Алонсо борьбу Талвишу не проигрывает. На своем фланге сложно бразильцу. Поклонники Фиорентины. Их очень много сегодня в Турине. Но я думаю, что сейчас лето. В принципе, в Италии август такой. Месяц отпусков. Почти вся страна отдыхает. Поэтому проблем добраться не было. У жителей Флоренции на машине можно доехать за 5 часов до Турина. Дибала. На корпус его принял Весино и за это получил желтую карточку. Второе предупреждение в нашем матче. Калинич и Весино. Пока что игроки Фиорентины. На карточках. Хотя мне показалось, что Киллини вот в моменте, который был в середине первого тайма, тоже заслужил предупреждение. Эмоции тренеров. Хидира. Нет, не получил мяч. Сами Хидира. Лемина. Маджукич. На Сандро. Момент шикарный у бразильца. И как он здесь не забивает, не совсем понятно мне. Александро. Маджукич сыграл в подыгрыше замечательно. А далее удар. Ну, на самом деле, можно было и пас сделать. Но, с другой стороны, он был в такой позиции, Сандро, что надо было бить самому. Как говорят в футболе, решать эпизод. Но в итоге в створ не попал. Александро. Очень сильный фланг Юве. По крайней мере, по именам уж точно. Слева Александро и Патрис Эвра, между прочим. Эврата контракт с Ювентусом продлил. Он в составе, он в запасе. Я думаю, что, конечно, Патрис Эвра хочет играть. Карьеру в сборной Франции он не завершил. Наверное, хочет поехать на чемпионат мира в Россию. Ну, а справа, я уже говорил, Дани Алвиш. Приобретение Ювентуса. Такое знаковое. И есть еще Ликштайнер. Да, из четырех футболистов трое возрастные. Троим за 30. Эвра вообще 35. Ликштайнеру 32, как и Дани Алвишу.
Но все равно, я думаю, что если говорить об этом конкретном сезоне, здесь проблем у Юве быть не должно. Все они готовы к большим делам. И конкуренция сумасшедшая будет за место в основе. Ставит корпус бразилец и получает еще поддержку от Бонуччи за это действие. Добавляет Давиде Масса одну минуту, которая уже почти истекла, на Ювентус Стадиум. 1-0. Старая синьора обыгрывает Фиорентину. Автор гола Сами Хедира. Напомню, что в первом матче серии А сегодня Рома обыграла Удинезе со счетом 4-0. Ну а сейчас свисток на перерыв. Ну что ж, довольно интересный футбол мы смотрим в Турине. Уверен, второй тайм будет не менее ярким и насыщенным на события. Пока перерыв. Выходит Кристиан Тельон, между прочим, воспитанник школы Барселоны. В свое время вообще был таким талантом, который мог стать чуть ли не игроком основы Барсы, но в итоге не сложилось. Выходит он вместо Федерико Кьезы, сына Энрико Кьезы, легендарного по итальянским меркам. И, кстати говоря, Федерико играл нормально в первом тайме. Не знаю, с чем связана замена. Может быть, просто устал парень. Ему всего 18 лет. Но выходит Кристиан Тельо. Я думаю, что глобальная игра фиалок не поменяется. Я имею в виду расстановка игра, надеюсь, поменяется. Потому что надо, чтобы Фиорентина играла лучше, чтобы матч был интереснее. Составы команд. Давайте начнем мы с Фиорентины. В воротах Чиприан Тетерушану, номер 12. Александр сейчас подаст штрафную площадь. Пробьет Дибала и пробьет не слишком сильно. И при этом еще получит болезненный удар по своей волшебной левой ноге. В полевые футболисты 40-й Нена Томович, 28-й Маркос Алонсо, 2-й Гонсало Родригес, 13-й Давиде Астори, 5-й Милан Баддель, 8-й Весино, 72-й Йосип Иличич, 25-й Кьеза, вместо него вышел на поле, 16-й Тельо, 9-й Калинич и номер 10-й Федерико Бернардески. Пауло Соуз, наставник Фиорентины. У Юве замен нет, хотя активно разминаются Пьянич и Гонсало Игуаин. В воротах у Юве первый Буфон, полевые футболисты 23-й Дани Алвес, 12-й Александро, 3-й Джорджо Киеллини, 15-й Андреа Бардзали, 19-й Леонардо Бонуччи, 18-й Марио Лемина, 22-й Квадва Самуа, 6-й Сами Хедира, автор гола, 21-й Пауло Дибала, 17-й Марио Маджукич, наставник Юве, Массимилиано Аллегри. Замен у Юве нет. В отличие от Фиорентины, главный судья Давиде Масса, помогают ему Джанлука Карьолотта и Андреа Криспо. Это бригада арбитров. Штрафной удар Пауло Дибала будет его исполнять. Забил Ювентус головой в первом тайме, поэтому, естественно, сейчас тоже будет подать в штрафную площадь. Подает аргентинец на дальнюю штангу, там Киеллини заваливает по борцовски соперника. Сейчас в Рио-де-Жанейро проходит Олимпиада, поэтому борцовские приемы актуальны как никогда. Вот это был прием не по правилам. Даже не по правилам классической борьбы. Алвес. Маджукич. Пяткой красиво на Дани Алвеса, но в итоге бразилец мяч не получил. А здесь получил по голове или по локтю от Алонсо Андреа Бардзали. Давиде Масса не очень эмоционально объясняет Алонсо, что так себя вести нельзя. В общем, пора остановиться. Двум участникам. По спине получил Бардзали. Ну, а Ювентус заработал штрафной удар в этой ситуации. Снова Пауло Дибала у мяча. Марио Маджукич. Все внимание на этого футболиста. Подает Алвес, Хедира. Головой мяч возвращает в штрафную.
И в итоге до удара дело довести Ювентус не смог. Была любопытная статистика, нам показали Марио Маджукича, что Ювентус при нем, когда он в основе, когда он в составе, в серии практически не проигрывает. То есть он настолько важный футболист для Юве, об этом говорил Массимилиано Аллегри, что да, он немного забивает, да, он не голеадор, по крайней мере, по меркам серии А, но при всем при этом у него какие-то фантастические качества, которые помогают команде. Он вступает всегда в отбор. Вот сейчас есть шанс забить у Маджукича, не получается. Он всегда вступает в отбор, он очень настырный нападающий, и он очень полезен для командных действий при отборе мяча. Об этом говорил Аллегри. И когда Гонсало Игуаин перебрался в Ювентус в конце июля, пошли разговоры в Италии, что, наверное, Маджукича выставят на трансфер, тем более можно его продать достаточно выгодно в английскую премьер-лигу, где есть поклонники его таланта, тот же Вест Хэм, где работает Славен Билич, хорватский специалист, есть тот же Арсенал, который вечно ищет нападающего. Но Аллегри эту тему закрыл, сказав о том, что Маджукич очень важный футболист для меня, и я еще не знаю, кто будет игроком основы. А Самоа, ну, в том плане, что, понятно, Игуаин будет играть, но, возможно, они будут играть вместе. Лемина выше ворот. Удар. И вот главный, наверное, показатель того, что на Маджукича рассчитывают, то, что сегодня он в основе. В предыдущем матче товарищеском Аллегри, как я уже говорил, хотел и пытался рассмотреть связку Маджукич и Гуаин под ними Дибала. Поэтому те, кто предполагали, что Маджукич обязательно после трансфера Игуаина уедет из Ювентуса, оказались неправы. Понятно, что окно еще открыто, всякое может быть. Но, тем не менее, я думаю, Маджукич футболист для Аллегри очень важный. А вот кто точно из нападающих Ювентуса команду покинет, ну точно, опять-таки, с вероятностью 85% условно, это Симоне Дзадза, который пока что не уехал в Вольфсбург, видимо, уже не уедет. Но при этом есть интерес из Неаполя, есть интерес из Вестхэма. Поэтому Симоне Дзадза, скорее всего, в Ювентусе не будет на будущий сезон. Посмотрим. Уже на сезон, который стартовал. Будущий, можно было говорить, вчера. Сезон уже стартовал. Для Ювентуса, для серии А. Тельо потом с мячом. Играет назад. Посмотрим, как Фиорентина преобразится. Очень хочется, чтобы Фиорентина сумела сыграть сильнее, чем в первом тайме. Томович. Пас на Тельо. Иличич. Томович. Весино. Астори. Фиорентина ни одного удара в створ ворот не нанесла в первом тайме. Это один из худших показателей за последние 10 лет для Фиорентины. Все же Фиорентина довольно атакующая команда. В принципе, философии клуба. Атаковать, забивать. Ни одного удара в створ, это, конечно, печальный итог. Дибала. Хедира. Приходится выливать мяч за пределы поля. Марио Маджукич на газоне. Хорватский нападающий. В первом тайме уже страдал от удара по спине. Сейчас страдает от удара по животу, если не ошибаюсь, как-то неудачно попали. Хорват, это другой хорват. Между прочим, Марко Пьяца, которому всего 21 год. Его хвалил агент. Ну, это неудивительно агенту, собственно, делают. Нечего как хвалить Пьяцу, называя его новым КК для итальянской серии А. А вот Массимилиано Аллегри сказал, что это будет открытие всего европейского футбола. В этом сезоне. Да, я ошибся, извините. Не в створ ворот, а вообще ни одного удара не нанесла Фиорентина. Вообще ударов не было в первом тайме у фиалок, поэтому это один из худших показателей для команды за последние годы в этом компоненте. Марко Пьяца пришел из Динамо Загреб.
за 22 миллиона евро. Бернардески. Висино собрал трех соперников, но вот пас точно сделать не получилось. Буффон. Бардзали. Дибала. Одно касание. Передача не прошла. Это желтая карточка. И, наверное, это по штрафной. Желтая карточка, наверное. И арбитр абсолютно прав. Не понимаю возмущения Бардзали. Фол был грубый. Хотя Андреа Бардзали имеет право спорить с арбитром, но только не в этом моменте. Все же все было очевидно. Штрафной удар. Возможно, сейчас будет момент для фиалок. Йосип Иличич у мяча. Опасно. И вот он, удар по воротам. Случился. Но удар выше ворот. В прошлом году Ювентус и Фиорентина здесь в Турине играли уже в разгар чемпионата. Тогда Фиорентина была выше Ювентус. Ювентус только-только поднимался в таблице. И, между прочим, это был один из самых сложных матчей, по мнению Аллегри, в прошлом чемпионате для Юве. Именно здесь, в Турине. Потому что тогда Ювентус проигрывал 0-1. В начале игры Иличич забил. И лишь в самой-самой концовке Ювентус вырвал победу. 3-1. Что соперник не из простых. Именно это Фиорентина Паоло Соузы. Хотя изменения есть во Флоренции, но не такие масштабные. Главная претензия Делавалле, владельцу клуба, что нет качественного скачка вперед. Пора Фиорентине покупать более квалифицированных футболистов. Все нынешние игроки неплохие. По меркам Серии А достойный, но, конечно, фиалкам пора бороться за место в Лиге Чемпионов, а не просто пытаться туда попасть из года в год неудачно. С этим справляется Фиорентина, никак не может зацепиться за третье место в Серии А. Если брать нынешнее межсезонье, Фиорентина приобрела, ну, выкупила контракт Астори. Дранковский пришел, малоизвестный футболист, молодой. Дикс из Витаса, сын Хаджи, я уже говорил об этом. За 1 миллион евро Янис Хаджи перебрался в Фиорентину. Толедо, Санчес. Вот тут, собственно, трансферы, которые совершила Фиорентина. Из тех, кто ушел, Ранкалья перебрался в Сельту, в Испанию. Ребич в Айнтрахт в аренду, правда. Паскуаль в Эмполи, Бакич в Брагу. Ну, опять-таки, не так, чтобы что-то глобальное случилось для Фиорентины. Ну, наверное, главное событие для фиалок — это то, что вы купили контракт Тельо. Это действительно событие важное. Бардзали. Алонсо прорывается через Хидиру, подает. Там никого нет, кроме Алекса Сандро. Бразилец играет на Киелини. И пошел Джорджо Киелини. Между прочим, голевую передачу сделал в первом тайме. При всем разнообразии игроков группы атаки. И Дибала, и Алвес, и тот же Сандро. Люди, которые могут ассистировать. Голевой пас сделал именно, наверное, самый угловатый футболист Ювентуса. Это Джорджо Киелини. Дибала. Открывается везде Паоло Дибала. Конечно, прибавил он в работоспособности. Александро. Пас не прошел у бразильца. Бардзали плохо мяч обработал. Бернардески. Давайте отметим, что Бернардески играет уже, сейчас уже не на фланге, а в центре. Есть шанс для Фиорентины. Бернардески. Ну как же долго. Калинич, правда, мяч
получит. Но корпус ставит Джорджо Киелини и на опыте разбирается с хорватским нападающим. Джорджо Киелини. Ну а Бернардес, конечно, завадился с мячом. Лемина довольно легко его обезвредил. Сандро. Лемина. Ну, не Поль Погба. Марио Лемина. Такие переводы у него пока не получаются. Нам по-прежнему показывают запасных Ювентуса с одной лишь целью — выхватит Гонсало Игуаина. 90 миллионов евро. Самый дорогой трансфер в истории серии А. Трансфер, который шокировал всех, потому что довольно скупой Ювентус, и в частности Беппе Марота, выложил такие деньги, то есть выплатил клаусулу, сумму отступных за Гонсало Игуаина. Дибала. Пас на Алекса Сандро. Бразилец играет на своего соотечественника, на Алвеса. А тот ошибается с передачей. Калинич получает не пас, а просто отскок очень удачный для него. Бернардески. Ну вот сейчас шанс один в один. Бернардески. Но почему-то не идет он в обыгрыш. Вот только сейчас, когда уже три Ювентини перед Бернардески. Дани Алвес хорош в отборе. А Самоа. Сандро. Хидира. Киелини. Вперед мяча на правый фланг. Дибала с мячом. Алвес. До удара дело не дошло в этой атаке у Ювентуса. Ну и отбор. Отбор, конечно, коллективный у старой сеньоры. Буквально моментально Юви мяч себе вернул. Самоа. Киелини. Успокоилась игра. Полчаса остается в этом матче. Наверное, самое время для замен. От Аллегри и от Пауло Соузы. Ну, Соуз уже одну замену сделал. Поэтому очередь за Аллегри. Бернардески. Вот сейчас у Федерико есть возможность. Ну, долго Бернардески придумывал эти финты. В итоге подоспел и Алвес. В итоге в бортзале они обезвредили. Отобрали мяч у Бернардески. Томович. Тельо. Весино. Бадель. Алонсо. Бернардески. Обрабатывает мяч непростой Дибала. И пас на Самоа. Ганец не стал форсировать события. Назад на Сандро. Я сказал о трансферной кампании Фиорентины. Кстати, сейчас у кромки поля один из новичков Фиорентины — это Карлос Санчес. Как раз таки колумбийский футболист, который
перешел из Астон Виллы. Ну, кстати, он не молод, ему уже 30 лет. Посмотрим, как он себя проявит. В этом матче на поле он должен выйти буквально с минуты на минуту. Карлос Санчес. Почти всю карьеру провел в Европе. Валенсиен, Франция, Эльче, Испания, Астон Вилла. Вот сейчас новый опыт в Италии. Ну так вот, о Ювентусе, о компании Ювентус я уже так отрывками говорил. Игуаин, главный трансфер, 90 миллионов, 22 миллиона, 21 миллион. Там плюс бонусы Марко Пьяцца. Так, Санчес выходит вместо Баделя. По позиции замена. Дани Алвес по бесплатному трансферу, свободный агент. Миралин Пьянич, 32 миллиона. Выложил Ювентус, опять-таки, по клаусуле, по сумме отступных Роме. И Мехди Бенатья, аренда с правом выкупа, 2 миллиона евро. Аренда. И потенциальный выкуп Бенатья, 18 миллионов евро, это уже следующим летом. Видим, 5 суперфутболистов Ювентус приобрел. Еще зимой Ювентус купил Роландо Мандрагорра, итальянского таланта из Дженуа, но он травмирован, поэтому он, скорее всего, только лишь зимой сможет сыграть за Юве. А то и в следующем году. И опять-таки еще большой вопрос, что с ним будет делать Ювентус в сезоне, может, даже отдаст в аренду. Из потерь, которые случились у Юве, безусловно, две главные потери Альваро Муратта, которого выкупил обратно Реал Мадрид. Ну вот он, Гонсало Игуаин. Футболист, который как раз-таки забрал номер Мураты, 9-й. И сейчас Пепита. Знаменательное событие, дорогие друзья. Самый дорогой игрок Серия, лучший бомбардир в истории Серия, ну, если брать один конкретный сезон, появляется на поле. Итак, вместо Марио Маджукича Гонсало Игуаин, самый скандальный трансфер лета внутри Италии, а может, и во всей Европе. Болельщики Наполи до сих пор не могут простить предательство Игуаина. Перебраться можно было куда угодно, в Англию уехать, в Германию, в ПСЖ, вернуться в Реал. Но только не в Ювентус. Но он выбрал именно этот маршрут, поэтому, естественно, особое внимание к нему. История с весом, которая поразила всю Европу. В общем, много обсуждали Игуаина. Сейчас уже пора смотреть на Гонсало. Номер 9. Гонсало Игуаин. 36 мячей в прошлом сезоне. Это лучший показатель в истории Серии А. Никто больше в одном конкретном чемпионате больше Игуаина не забивал. Калинич тем временем с мячом. Фиорентина тоже буквально оживилась после выхода Игуаина. Санчес. Удар по воротам. Десино. Томович. Сейчас Фиорентино долго, уверенно мяч контролирует. Правда, все это в центре поля происходит. Санчес. Десино. Снова Санчес. Ну, такая не лучшая реклама Санчеса в первом матче в итальянской серии. Неточный пас. Причем в не самой сложной ситуации делает колумбиец. Алвес из-за боковой. И вот первое касание Игуаина. Такие сдержанные аплодисменты, но они присутствуют. Неточный пас от Сандро в сторону Гонсало Игуаина. Ну, конечно, похудел Игуаин. Матч против Вестхэма мы все помним. Ну, не матч сама, а картинка с этого матча. Игуаин никогда не был атлетом, вот в смысле того, что там сумасшедшее телосложение и так далее. Игуаин
этом плане таких простых человеческих форм футболист. Что касается игры с Вест Хэмом, конечно, шокировало. Его появление, ну, в том плане, что, очевидно, лишний вес у него присутствовал. Хотя, если брать показатели, они глобально не отличаются по весу от того, что было в прошлом году в Наполе. Но он похудел. Писала Gazzetta dello Sport, что за 10 дней последних он похудел на 4 килограмма. Но, повторюсь, это все притянутые за уши истории, потому что, ну, главное, как будет играть Игуаин. Он никогда не был суператлетом, я уже об этом говорил. Понятно, что Игуаина будут обсуждать все вокруг. Сейчас важно для него это как можно скорее начать забивать за Ювентус, чтобы немножко улеглись страсти вокруг него, его веса. Сейчас опасный момент. Эльо! Фиорентина может забивать. Но Леонардо Бонуччи здесь надежен, как скала практически. Калинич до мяча не добрался. Угловой удар. Еще 20 минут играет в нашей встрече. Ювентус Фиорентина 1-0. Рома, который является конкурентом Юве, сегодня все же победила более убедительно. 4-0, пусть и Удинезе. Подача и 1-1. 1-1. Фиорентина сравнивает счет на Ювентус Стадиум. Вот так Никола Калинич. Никола Калинич блестяще реализовывает свой момент. Хорватский нападающий, который был сегодня полностью закрыт почти всю игру. Но вот так по втором тайме, получив один момент, прекрасная подача Иличича. Калинич отцепился от Алекса Сандро и в итоге пробил безупречно. Буффона здесь винить не стоит. Скорее, виновник Алекс Сандро. Ну и радость, радость Паула Соуза. 1-1. Фиорентина сравняла счет в матче против Ювентуса. Стандарт сыграл свою роль. Немного меня удивило, почему самого грозного футболиста соперника держал Александро, не самый высокорослый футболист. Мне кажется, Калинич заслуживает внимания Киеллини того же или Бардзали. Но вот так случилось. 1-1. Ювентус Фиорентина. Фиалки сравнивают счет. Очень любопытно и важно, как Ювентус будет реагировать на этот момент. Во втором тайме старая сеньора особо эпизодов для взятия ворот не имела, если честно. Я не помню, чтобы как-то там не повезло Ювентусу или что-то в этом роде. Скорее, Ювентус просто расслабился, предположив, что все идет к такой скромной, простой победе. Такое не бывает. Об этом вчера предупреждал Массимилиано Аллегри. Самуа сохранил мяч колумбиец. Стельо нарушает правила. Лемина. Передача направо на Хидиру. Киеллини. Сандро. Подача, мяч не сумел доставить до штрафной бразилец. Киеллини. И пауза в нашем матче. Потому что на газоне футболист Фиорентины. Томович. Не было контакта с соперником. Мяч попал так неудачно в голову. Ну, вроде бы удар этот ждал. Так сгруппировался. Неужели такой сильный выстрел был Алексу Сандро? Нет, скажешь, в сознании. Томович. Она показывает бразильца Эрнанеса, который, возможно, выйдет вместо Лемина, так как Ювентус, по большому счету, центр поля проигрывает. Пауло Соуза. В
возможно, уже начинает мечтать о победе на Ивентус Стадиум. Почему бы и нет? Раз первый тур, раз всякое случается. Возможно, Фиорентина сумеет удивить и победить. Хотя пока ничья 1-1 тоже, мне кажется, весьма неплохой результат для Фиала. Алвес. Дибала. Алвес. Приходится играть назад. Банучи. Перевел мяч Килини на Сандро. Весьма неплохо. А Самоа. Хидира оформляет дубль. Может, сами Хидира. А забивает Гонсало Игуаин. Первый гол за Ювентус. Первый гол в новой футболке Гонсало Игуаина. Вот такая радость Пепиты. 2-1. Ювентус выходит вперед. Ну и, конечно, момент ключевой. Возможно, для всей карьеры Гонсало Игуаина в Юве. Он забивает спустя 8 минут после выхода на замену. Причем забил в не самом ярком стиле. Особенно, видите, как ликует VIP-сектор Ювентуса. И Джон Элкан, и Андреа Аньелли. Именно они решили такие инвестиции. Хидира сам не забил. Пробил он плохо. Блокировали его удар. А на отскоке, на добивании первый был Гонсало Игуаин. Но вот это и есть сильное качество любого нападающего. Знать, куда бежать, когда бежать, подбирать отскоки и забивать. Вот в этом и хорош Гонсало Игуаин. Не только в этом, но вот в этом моменте, в частности, Игуаин эти качества и проявил. Первый гол. Пепита Игуаин забивает за Ювентус. И вот в этом взгляде, наверное, все, что испытал Игуаин этим летом. Накануне он оставил послание болельщикам Наполи. Мы знаем о том, что у него была особая страсть к болельщикам Наполи. Его очень любили в Неаполе. Даже сравнивали с Диего Марадонной. И все лето практически молчал. Игуаин не говорил о болельщиках. Только лишь о Де Лаурентисе, которого обвинил во всех проблемах клуба Наполи. И заявил о том, что не хочет больше о нем ничего слышать. И вот накануне в своем инстаграм, на своей страничке, Игуаин послание сделал для болельщиков Наполи о том, что он не забудет 3 года футболки этого клуба. О том, что это были незабываемые эмоции. Спасибо тифози Наполи за поддержку. Ну, в общем, такие банальные слова, но очень приятные. Однако в ответ было несколько тысяч. Здесь нарушение правил. Было несколько тысяч комментариев. В основном болельщиков Наполи, которые, ну, просто, ну, оскорбляли Игуаина. Наверное, он этого ждал. Но никто не проникся словами Игуаина и не сказал: да, удачи, Гонсало, ты наш герой. Но, естественно, этого не было. Поэтому, конечно, Игуаин понимает, что давление будет сумасшедшее. И уже разговоры о том, что в Неаполе, разговор о том, что когда Игуаин приедет на Сан-Пауло, мы попросим Тонелли, это новый защитник Наполи, нанести травму Игуаину. В общем, в таком роде заявление. Марек Гамшик заявил о том, что мечта его обыграть Ювентус в этом сезоне именно из-за Игуаина на Ювентус Стадиум. Было бы забавно, как вчера заявил Марек Гамшик. Поэтому, безусловно, Игуаина не просто давление сумасшедшее. И вот то, что он забил, конечно, момент для него ключевой. На газоне. Иличич. Санчес. Понятно, что фиалки сдаваться не будут. У Фиорентины есть шанс еще забить, я в этом не сомневаюсь. По крайней мере, гол был очень простой, скажем так. Подача, и плюс Калинич сыграл замечательно. Такие моменты еще возможны случаться у команды Соузы. Вот как сейчас. Нет, пас Ильич не прошел в штрафную. Снова словенец. Пас Тательо. В
Гонсало Родригес. Сандро. Отбирает мяч, переводит его на Хидиру. Дибала. Неплохо в одно касание играет Алвес или Мина. Хидира, Игуаин пошел открываться. Гонсало Игуаин. Нет. Мог оформить дубль, но не попал по мячу. Лемина. Ну и первый темп атаки пропал, естественно. Теперь уже позиционное наступление Ювентуса. Хиллини. А Самоа. Штрафной удар. Росси. Джузеппе Росси. Кстати, он имеет схожее прозвище, как Игуаин. Если Игуаин Пипита, то Джузеппе Росси Пепито. Росси. Некоторое сходство в этом плане у этих футболистов есть. У Росси очень сложная карьера. Мы знаем о его травмах, которые его преследуют. Дважды он рвал себе крестообразные связки. И, безусловно, это трагедия этого игрока. Он огромного таланта парень, но, к сожалению, многое в его карьере из-за травм не заладилось. Ему сейчас опасный момент. Нет, Сандро не пробил. Ему сейчас 29 лет. Ну, возможно, этот сезон будет удачный для Росси. Пепито Росси. Номер 22. А это уже Сандро. Удар Асамоа не точный. Лемина. Его попытка. Но это же похоже на поле Погба. Так Погба забивал за Ювентус. Лемина периодически сравнивают с Погба, хотя, конечно, не разные футболисты. Неплохо пробил Лемина, но вот это Рушану был на месте. А Росси вышел вместо Иличича. Йосип Иличич поле покинул, и вот Пепито Росси вместо него. Дибала, угловой удар. Сандро мог исправиться за пропущенный гол. Игуаин ставит корпус. Пятка играет Игуаин замечательно на Самоа. Пока что все действия Игуаина очень кстати. Ну так скромно, потому что он и гол забил, и сейчас красиво сыграл. Публика довольна. Это же Дибала. От соотечественника не отстает. Тоже технично играет Дибала. Ну, не в этом моменте, в предыдущем. Кстати, Дибала, по-моему, ярче остальных праздновал приход Игуаина. Многие футболисты Ювентуса сразу в своих социальных сетях разместили послание. Тот же Балончич написал о том, что ну, будет приятно каждый день тренироваться с Игуаином, они два раза в год играть против него, то есть Бану считает, что он сам будет прогрессировать от этого. Патрис Эвра и вовсе танец придумал в честь Гонсало Игуаина, а Пауло Дибала послание целое в Инстаграм выложил, где сообщил, что с Игуаином Ювентус ждут новые победы, и что он счастлив сыграть со своим другом
Игуаин и Дибала сдружились пару лет назад, когда Игуаин играл в Наполе, а Дибала играл в Палермо. Это недалеко друг от друга, два города. Поэтому они знают хорошо. Ну и вообще дружат, как я уже сказал. Дани Алвес. Устное предупреждение. Замена еще одна. Пауло Дибала поле покидает. И Патрис Эвра. Любопытно. Любопытно, что пытается придумать Аллегри. Видимо, переходит на схему 4-3-3, судя по всему. Сейчас разберемся. Я не очень понимаю, как Аллегри меняет игру, но вообще на своем поле, да, Ювентус ведет, но играет дома первый матч. И меняет Аллегри нападающего, выпуская защитника. Патрис Эвра, естественно, левый фланг отправляется. Остается Игуаин. Один впереди, но скорее 4-5-1. Так будет выглядеть игра Ювентуса. У нас есть центр поля, важно. Нет, 5-4-1. Потому что Алдес остается играть защитника. Вот так боится Фиорентино. Массимилиано Аллегри. Эвра — не самое удачное начало для него. Сбросил мяч на Тельо. Удар по воротам. Калинич. Нет, не Калинич. Бессино пробил по воротам. Выше. До конца матча 5 минут. Двади впереди Ювентус. Гонсало Родригес опередил тезку Игуаина. Бессино на Татарушано. Три замены сделал Пауло Соуза. Две Массимилиано Аллегри. 2-1 Ювентус впереди. У фиалок есть время счет сравнять. Напомню, друзья, что завтра продолжение итальянского тура. Тельо тем временем обыграть Эвра не сумел. Эвра позже остальных вышел из отпуска, но при этом ведь уже играет. 7 августа он вернулся в Турин после отпуска, связанного отпуск был сам не длинный, такое позднее возвращение, связанное с тем, что 12 июля Эвра играл в финале Евро. Поэтому Аллегри почти месяц дал Эвра отойти от этого турнира и отдохнуть. Самоа. А Самоа обыгрывает. Обыгрывает он Родригеса, ну и сам фалит. Ганский полузащитник. Хорошая игра Асамоа. Свое качество он держит, безусловно. Замена у Юве третья. Эрнанес. Бразилец Эрнанес на поле появится. Меняет он сами Хидиру. Автора первого забитого мяча. Бразилец Эрнанес, которого Ювентус бы стоимостно продал, судя по сообщениям СМИ, но Эрнанес отказывается ехать в Китай. Не хочет уезжать в Португалию, где есть интерес со стороны Бенфики, он хочет в Италии остаться. Либо вариант с Валенсией также существует, но пока он не двигается, Эрнанес устраивает все в Турине. Ну, понятно, что он смирился с ролью запасного, но при этом все же, наверное, ему
приятно быть в такой команде и Рижске быть в составе. Вот такой завтра тур продолжится. Милан-Торино, Аталанта-Лацио, Болонья-Кротоне, Кьево-Интер. Интер с Франком Дебуром — это особенная тема. Эмполи-Сампдория, Дженуа-Кальери, Палермо Сассуоло и Наполи. Завтра играет Наполи против Пескары. Пескара, которая вернулась в серию А. Ювентус в следующем туре же сыграет против Лацио. Такой старт непростой. Юве, Фиорентина, потом Лацио на выезде. Фиалки же в втором туре сыграют против Киева дома на Артемио Франки. Эрнанес очень рискованно действует и правила нарушает против Бернардески. Не вошел в игру бразилец. Алвес. Обыграть соперника не сумел Алвес. Что ж, пошла 90 минута матча. Ждем от Фиорентины штурма ворот Буффона. Весино, пас на правый фланг. Тельо. Томович. Неплохо. Мяч разыгрывают флорентийцы. Санчес. Какой неудачный пас. Да, Санчес явно не в лучших кондициях. Потому что, да, еще более-менее простые передачи проходят, а посложнее, ну как посложнее, метров на 10-15 совсем плохо в этом компоненте у Санчеса. Это Томович. Грубейший фол против Сандро. Ну, так показалось, по крайней мере. Получает карточку Томович. Но Сандро, на самом деле, даже медпомощь не потребуется. Значит, все было не так страшно, как казалось. Ну, Пауло Соуза был ближе к этому моменту, чем все остальные. У Соузы великолепная репутация. Давайте доверять ему. Он обычно справедливо подходит к эпизодам, вообще к футболу. Мы это помним еще по прошлому сезону. Эвра. Не обработал мяч Патрис Эвра. Барзали. Росси. Нательо. Снова Росси. Открывает мяч корпусом Джузеппе Росси, но мяч в итоге добивает в аут. Масс добавил 5 минут к второму тайму. Время еще есть. Астори, подача. Нет, не в сторону Калинича. Эвра. Сандро. Пока такой счет в нашей игре. Эвра не торопится. Естественно. Эвра понимает, что сейчас важно довести матч до победы. Нельзя рисковать. Родригес. Десино. Росси. Партнер есть рядом, но Росси штрафной зарабатывает. И Бернардески. Федерико Бернардески. Штрафной удар. Это будет очень-очень опасно. Будет подача туда, в зону Калинича. Наверняка пробежал штрафную Томович. И Родригес. Ну что ж, Федерико Бернардески. Сейчас важно ему подать так, как надо. Чтобы там партнеры его навязали борьбу. Бернардески. Подача на дальнюю часть штрафной площади. И в итоге Маркос Алонсо фолит на Андреа Бардзали. Возмущается испанец. Ну, Бернардески, наверное, понимает, что подать можно было и получше.
Джиллоджи Буффон, о нем мы сегодня практически не говорили. Его предпоследний сезон в футболе. Ну, так он сам заявил. У него одна мечта осталась — выиграть Лигу чемпионов. Вот в ближайшие два года Ювентус хочет это сделать, в том числе для великого вратаря. Алвес теряет мяч. Дани Алвес. Первая игра в Ювентусе, наверное, показала его сильный качество, но, с другой стороны, показала, что форму он явно еще свою оптимальную не набрал. Это Рушано. Минута. Минута. Алвес пропускает мяч. Срывает аплодисменты трибун. Ну, а Массимилиано Аллегри поправляет галстук, видимо, уже готовясь к тому, чтобы отметить первую победу в чемпионате. А Самоа. Пас на Сандро. Сандро мяч контролирует. Лемина. Удар по воротам. Неплохо пробил Марио Лемина. И снова Тетарушану вступает в игру. Мяч летел ли... Скорее всего, летел в угол, поэтому прав был Тетарушану, отбив мяч на угловой. Все, друзья. Угловой не разыграли Ювентини. Финальный свисток Давида Массе, арбитра сегодняшней встречи. 2-1. Ювентус с трудом выигрывает. Этот матч показал, что легкой прогулкой этот чемпионат для старой сеньоры не будет. Проблемы будут, и не так все очевидно, что Ювентус непременно скудетто выиграет. Гонсало Игуаин, автор решающего мяча. Это важный шаг для него. Забить в первой же игре за старую сеньору. Ну а Пауло Дибало сегодня не забил, но при этом очевидно, что это главная атакующая мощь старой сеньоры. У фиалок все впереди. Я думаю, что Фиорентина обнадежила болельщиков. Пауло Соуза очень грамотный тренер, поэтому, думаю, Фиорентина постарается побороться за место в Лиге чемпионов. Фиксируем победу Ювентуса 2-1. Для вас игру сегодня на Матч ТВ комментировал Нобиль Арустамян. До скорых встреч на итальянской серии А.